Да, Евгения Александровна, обнаружена какая-то плохая история. Добрый день, уважаемые телезрители. Мы просим срочно убрать ваших детей от наших голубых экранов. Вот здесь вот можно поближе. Да, сюда. Совершенно случайно мы зашли с совещания на избирательный участок 1272 и чудесным образом в вестибюле обнаружили агитацию вот этих достойнейших людей, которые в последующем будут люстрированы. Вот мы сейчас с сотрудником полиции сообщили, что недопустимо размещение агитационных материалов прямо буквально рядом с избирательным участком. То есть хорошо, хоть не на избирательном участке они были, да, вот эти достойнейшие люди. Мы не говорим, что за них голосовать надо, мы просто показываем, что это достойные люди, да. Вот, поэтому сейчас сотрудники полиции совместно с председателем и секретарем, значит, эту партию изымут, ликвидируют и отправят в полицию. То есть благодаря чуткой, внимательной работе сотрудников избирательных комиссий мы обнаружили вот это малюсенькое нарушение, которое буквально сразу же было устранено. Хорошо. Не нарушаем. Ну и отлично. Посмотрите, вот этого быть не должно. То есть, вот, посмотрите, вот ни в коем случае. Ни в коем случае вот этого быть не должно. Сотрудник полиции, подойдите, пожалуйста. Да. Мы вас просим сейчас, значит, изъять, да? Составить акт, что обнаружены агитационные материалы, и передать сотрудникам полиции. Да. То есть ни в коем случае находиться здесь ничего такого не должно. Конечно. У нас еще вот эта газета «Ежедневные новости Подмосковья». Если с агитацией газета еще осталась, то ее тоже на избирательных участках быть не должно. Видовские есть, могут. Значит, мы вас сейчас просим, вы факту передайте, что обнаружена агитация, значит... Двух кандидатов. Одного да? в Государственную Думу, а другого вот, в Москву. Вот, сотрудникам полиции. У вас правда, естественно, отсюда это... Сейчас акт сделаем тогда, хорошо? Да, просто... Мы Вере Сергеевне сейчас скажем, но... Давайте по одной штучке возьмем, чтобы мы... Чтобы мы знали, что оно было, да. Вере Сергеевне сейчас скажем. Мы, конечно, этих достойных людей уважаем. Естественно, вопросов нет. Рано или поздно тоже иллюстрируем. Но сейчас агитации рядом с избирательным. Ну, недопустимо, да. Все, спасибо. И депортируйте.